Как искусственный интеллект меняет нашу жизнь. Цепочка цифровых технологий возглавляет тенденцию инноваций и привносит жизненную силу во все сферы жизни. В выставочной зоне цифровых технологий первый China Expo большая модель искусственного интеллекта продемонстрировала, как повысить эффективность работы и учебы. Большая медицинская модель iFlyTech Little Doctor даже представляла пользователям персонализированные медицинские советы по здоровью, демонстрируя глубокое влияние цифровых технологий на сферу медицины. Выставочная зона цифровых технологий собирает ведущие технологические компании мира, уделяя особое внимание технологическим изменениям, промышленным инкубациям и сферам применения, демонстрируя последние достижения в области технологических инноваций и промышленной интеграции. В будущем искусственный интеллект расширит возможности тысяч отраслей и повысит производительность труда. В области корпоративного программного обеспечения цепочка цифровых технологий интегрирует искусственный интеллект в бизнес-систему для достижения интеллектуального управления всеми аспектами деятельности предприятия. Данные дают представление о проблемах производства и эксплуатации, а также предоставляют предложения в режиме реального времени, делая управление предприятием более интеллектуальным и эффективным. В промышленной сфере цифровые технологические цепочки повышают эффективность производства за счет автоматизации и интеллекта, а мониторинг и анализ данных в реальном времени помогают компаниям лучше контролировать затраты и качество. Открытие всех звеньев данных делает производственный процесс более прозрачным, облегчает управление и удовлетворяет потребности потребителей в качестве. Цепочка цифровых технологий изменила производство и образ жизни. Это не только технологические инновации, но и великое пиршество сотрудничества и инноваций. Сельское хозяйство, здравоохранение, образование, промышленность и другие области обретают новую жизнь под руководством цепочки цифровых технологий. China Expo стала свидетелем силы сотрудничества и инноваций, делающих инновации более динамичными.